Уже несколько волн лжеминирования прокатились по стране. Массовые эвакуации задели и Чебоксары. Тем, кто дезинформирует правоохранителей, грозит уголовный срок. Еще более жесткое наказание предусмотрено за терроризм и экстремизм. Как противостоять угрозе, эту тему сегодня обсуждали на межрегиональном семинаре в Козловском районе. Его организовали на трех площадках. Юридическую ответственность за экстремистские и террористические деяния разбирали в районном доме культуры. В залах школы номер 2 развернулись дискуссии по поводу роли администрации сельских поселений в профилактике агрессивных проявлений среди молодежи. Спикерами стали представители аппарата антитеррористической комиссии в Чувашской республике, работники органов власти и правопорядка, а также священнослужители. Все участники семинара солидарны во мнении. Активная профилактическая работа с молодежью, пресечение малейших попыток разжигания межнациональной и межконфессиональной роли – самый эффективный способ сохранить стабильность в обществе.